Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Вышка, мы продолжаем играть на сервере с модером Дан номер 3, все как всегда. И сейчас вы можете меня спросить, Вышка, что ты опять на дрифт-трассе, опять только в прошлый раз была на дрифт-трассе ЛВС, сейчас на дрифт-трассе ЛС. Я вам расскажу. Короче, план был еще очень давно этот видос выпустить, но ладно. Я хочу вам предложить челлендж, короче, на 150 тысяч рублей. Вы можете сказать, почему так мало, 150 тысяч рублей, но игровых я имею в виду, не реальных. Вот, но потому что, мне кажется, очень много придет челленджей, уже выполненных другими игроками, но... Это, и мне придется очень хорошо расщедриться еще даже больше. А я сейчас, как вы знаете, в данный момент я сейчас на отдыхе нахожусь, вот. И кто будет выполнять челлендж, вот этот, вы должны мне прислать, спасибо, кто мне прислал F9 смс, вы должны мне прислать либо в ВК видео, где вы это выполняете, или в... Ну или загрузите на YouTube и написать мне под роликом ссылочку на этот ролик и написать «Я выполнил». Вот. Что за челлендж? Челлендж – это пройти всю дрифт-трассу ЛС без сбива очков, это раз. Пройти всю дрифт-трассу ЛС без сбива очков на заднем приводе, только на заднем приводе, это два. И пройти, ну, дрифт-трасса ЛС там без сбива очков на заднем приводе и не врезаясь ни во что, ни в забор, ни во что. Конечно, желательно еще не залезать, типа, за линию, вот так, типа, если дрифтите вот так, зашли или жопой, то это нежелательно. А все чисто, чисто по дороге и красиво. И сейчас вы видите, как я его выполнял. Вот так это челлендж, мне кажется, вообще изи, зашел с первого раза, выполнил. Так что, я думаю, все смогут это выполнить. И тупо лишние 150 тысяч, и вы поразвлекаетесь там. Так что, напомню, вам надо выполнить данный челлендж. Это первое, самое главное. Как я говорил, на дрифт-трассе ЛС, без там монтажа всякого, все равно уже видно, когда вы монтируете, когда вы нет. Без белочков, на заднем приводе. На заднем приводе тоже видно, потому что на полном приводе это вообще изи пройти на заднем и так. Потому что очень мало игроков умеет на заднем приводе дрифтить. На заднем приводе более красиво дрифт. Вот. И не ударяясь ни во что. Вам надо либо загрузить его в ВК на свою страничку и написать мне в личные сообщения, что я выполнил, или или загрузить его в YouTube на свой канал и написать, типа, что я его выполнил. Тот, кто выполнит, получит 150 тысяч. Напоминаю, что я сейчас на отдыхе. Когда приеду, тогда мы это все с вами посмотрим и раздадим денежку. Когда вы будете записывать видос, также, пожалуйста, напишите либо в описании, либо скажите, либо в видосе, там, напишите, какой у вас ник.
и желательно ссылочку на ваш ВК, вот, чтобы мне лучше было с вами общаться. Короче, пацаны, вот такой вот челлендж. Я думаю, вам будет интересно, плюс бонус от меня денежкой. Давайте уже дрифтить вместе, потом запишем какой-то дрифт-видос с подписчиками. Ну, с вами был Ивушка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравился данный ролик, данный челлендж. Также предлагайте свои челленджи в комментариях, я попробую их выполнить. Даже можем сделать рубрику челленджа подписчиков, то есть подписчики будут кидать мне ролик. И там мы будем типа спорить с ними там. Если я не выполню его, то я ему должен столько-то, сколько-то тысяч. Если я выполню, то он мне должен столько-то, столько-то тысяч. Или он просто мне не должен. Вот. Короче, вам надо прислать такой челлендж, чтобы типа я не выполнил. Ну это типа как бы Булкина повтори за мной, но немного не то. Вот. Так что пишите комментарии ваши. Ну с вами был Вушка. Удачи, пацаны. И всем пока. Не, чарджер прям сочный. Вай-вай-вай.